В этом году фестивалю телекомпании Московской области «Братина» исполнился 21 год. Родина Братина – Сергиев Посад. Но каждый год фестиваль путешествует по Подмосковью. И вот теперь добрался до нашего Дмитровского района. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в Доме культуры Яхрома. Вначале по традиции красочный парад флагов городов-участников фестиваля. География фестиваля «Братина» с каждым годом расширяет свои границы. Теперь уже сложно назвать его подмосковным. На «Братину» приезжают журналисты, операторы и ведущие не только из других регионов России, но и их зарубежные коллеги. На «Братину 2017 приехали телекомпании из 12 стран мира. Здесь СМИ Белоруссии, Болгарии, Сербии, Латвии, Китая, а также Мексики и даже Объединенных Арабских Эмиратов. Председатель Совета депутатов городского поселения Яхрома Ольга Корчагина поприветствовала участников фестиваля на гостеприимной яхромской земле. Фестиваль – это не только ежегодный праздник, но и тяжелая работа. И хотелось бы пожелать всем участникам фестиваля творческих успехов, интересных встреч и открытий. А атмосфера добра и братства согреет нас всех и соберет еще раз вместе. В программе фестиваля конкурс сюжетов и программ по номинациям. В этом году их 5. Во время работы фестиваля также традиционно проводится конкурс «Телерепортаж с колес» и конкурс телеведущих «Вы в эфире». На церемонии открытия был вручен и первый приз. Международный кинофорум «Золотой Витязь» наградил сербскую телерадиокомпанию за фильм «На грани ума». Тяжелая работа ложится на плечи жюри. Они должны посмотреть около 200 присланных работ и выбрать из них 16 лучших. Но хоть это и конкурс, соперничества тут нет, ведь «Братина» — это братство телевизионщиков. Теплая дружеская обстановка, старые и новые друзья, бесценный обмен опытом. Сюда приезжают люди, которые хотят объединяться, сообща решать проблемы Подмосковья. Известный тележурналист и телеведущий Сергей Ломакин говорит, «Братина» не нуждается в представлении, это уже явление. Нет ни одного фестиваля до сих пор в России, который мог бы сравниться и своим размахом, и, самое главное, своей долговечностью и успешностью с «Братиной». Я считаю, что это российский фестиваль, потому что в нем участвует очень много представителей других регионов и других стран, что самое удивительное. И, кстати говоря, это очень важно, потому что все, кто участвует в фестивале, смотрят работу друг друга. И это еще определенная школа. Не важно, что скажут члены жюри, такие, знаете, умудренные такие мастера. Важно, что скажут сами коллеги друг другу в глаза. Слушай, отличный материал ты сделала, да? Молодец. А вот здесь ты что-то не дотянула. А у тебя вот то-то. Это самое важное, это обмен мнениями и оценка работы своих коллег. Участников фестиваля телекомпании, как всегда, ждут 3 насыщенных дня. В программе не только просмотр и разбор конкурсных работ, но и конкурсы профессионального мастерства журналистов, операторов, монтажеров, ведущих эфира. Фестиваль «Братина» дает уникальную возможность поучиться у мэтров отечественной журналистики. Здесь диктор центрального телевидения Татьяна Судец, режиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм» Александр Стефанович, главный редактор телеканала КВН-ТВ Михаил Марфин, сценарист и режиссер Владимир Фишерман. Список тех, кто готов делиться с участниками форума секретами своего мастерства, можно продолжать еще очень долго. Вот на этом поле создается, как мне сегодня кажется, вот на этом поле «Братина» создается региональное журналистское сообщество, принципиально важное. «Братина» хороша не тем, что это просто, знаете, тусовка. Это работа. Внутри «Братины» есть несколько конкурсов, которые проходят в течение этих 2-3 дней. Знаете, информационного журналиста бросают куда-то в какую-то там, какую-то территорию, и через 2 часа он привозит материал, потому что они показывают мастерство. Президент фестиваля «Братина», директор компании «Тонус» Сергей Боков решил в этом году не произносить долгих торжественных речей. Участников и гостей форума он приветствовал необычно. Исполнил песню собственного сочинения. И в конце пригласил всех на улицу. Церемония открытия «Братины» завершилась красочным салютом. Каждый, кто приехал сюда хоть раз, обязательно возвращается вновь и вновь. Ведь «Братина» — это пространство дружбы, профессионализма и творчества.